В железнодорожном багажном вагоне поезда следующего сообщения Мангышлак-Актубе произошел пожар. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на официального представителя Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгата Уале. В половине пятого утра в Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация, что в районе разъезда номер 464, расположенного на территории Беневского района, в пассажирском поезде номер 109 загорелся багажный вагон. На место были направлены силы и техника департамента и прочих ответственных служб. Чтобы не допустить распространения огня, произведено оцепление багажного вагона. В результате пожара получили ожоги различной степени 5 человек, и из них один ребенок. Все пострадавшие находились в багажном вагоне, и они были доставлены в центральную районную больницу села Бейнел. Предварительно причиной пожара явился разрыв газового баллона. В 7 часов 19 минут пожар ликвидирован, багажный вагон сгорел полностью. В 9 часов 18 минут утра пассажирский вагон направлены на станцию Актубе.